Добрый день. Мы на X-Factor'е. Пятый сезон. И сейчас мы находимся в павильоне, в котором собирают всех участников. Они понимают, что скоро на этих экранах зажжется их звезда. У меня очень серьезная профессия, которая накладывает отпечаток на мое поведение, потому что я музыковед. Я веду концерты в органном зале. Па-па-па-пам. Да. У нас была худрук филармонии. Я сказала о том, что у меня есть песня. Это можно? Если вот я буду вести конференц, да, эстрадный концерт, и здесь вдруг я скажу, ну, мне тоже хочется спеть что-то, шлягер, гость сезона, немецкое слово, да? Послушали, знаете, так обидно сказали, ты у нас кто? Я говорю, кто? Ты у нас музыковед, вот ты и веди концерты. А петь? У нас есть кому петь, пусть они поют. Мои дочери взрослые сказали, мама, к нам приезжает в Харьков X-Factor, хватит объявлять других, иди пой сама. Ласкаво просимо. Давай дознайомитесь. Моя дочь, которая меня привела за ручку. Да вы что? Да, она говорит, мама, ты меня водила за ручку на конкурс, и теперь я тебя... Теперь моя очередь вести тебя за ручку на конкурс. Тогда с большой любовью к своим дочерям, несомненно, и ко всем нам, а мы поболеем от души. Спасибо. Прошу на ступенечки на сцену. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас величать? Меня зовут Жанна Комлева, я из Харькова. Замечательно. Чем вы, Жанночка, занимаетесь? Я очень серьезный человек, потому что я веду концерты в органном зале. Это прекрасно. И мне так хочется спеть что-нибудь для вас. О, так давайте. Что вы нам приготовили? Она называется «Парижская танго». Но для уважаемых слушателей я скажу, не удивляйтесь, что песня на немецком языке, потому что написал ее немецкий композитор Кристиан Брюн. И, кстати, сразу же хочу сказать, песни они ведь не сироты. Очень хочется иногда объявить, что есть автор. Кристиан Брюн, «Парижская танго». Давайте.